Свыше 1 миллиард тенге потратит Минпросвещение на обучение учителей основам психолого-педагогического просвещения родителей. Тендер с таким необычным названием появился на портале госзакупок. Согласно техспецификации, повышать курс должны свыше 10 тысяч учителей школ. Минпросвещение ожидает, после этого преподаватели смогут формировать и развивать позитивное родительство. В конкурсе, который провели способом из одного источника, выиграл Национальный институт гармоничного развития человека. Такая организация появилась в Казахстане почти 3 года назад и занималась повышением квалификации педагогов по предмету самопознания. После того, как дисциплину исключили из программы обучения школьников, компания изменила тематику курсов. Между тем, профильное министерство закупает и другие курсы повышения квалификации преподавателей. С начала года общая сумма договоров превысила 18 миллиардов тенге.